на предложение сегодняшнего дня – это капсулы омега-3 с женьшенем. На сегодняшний день они получили сенсационную скидку – 73%. Что происходит сейчас? Лето, перепады погоды, перепады давления, возрос риск возникновения инсультов и инфарктов. Ну и, конечно, многим не хватает из-за этой жары энергии и сил. Что же нам может помочь? Поможет нам женьшень, потому что это натуральный природный стимулятор иммунитета, дает нам энергию, дает нам выносливость, а помогает ему в этом омега-3 полиненасыщенная жирная кислота, потому что она защищает наши сосуды. Но женьшень в чистом виде, он может вызывать небольшое повышение давления. Благодаря омега-3, благодаря ангиопротектору, он никакого повышения давления не вызывает. Ну и давайте посмотрим, как же выращивают женьшень. 2 года готовят почву, очищают ее от всех вредных примесей, химикатов, берут образцы почвы на анализ, потом 6 лет растет женьшень, накапливая в себя 46 видов биологически активных компонентов. И когда же он показан? При болезнях сердца и сосудов. Вместе с омегой обращу внимание. Для понижения уровня холестерина, потому что женьшень улучшает тонус сосудов, а омега их чистит. При гипертонии, при проблемах с сердцем. И обратите внимание, капсула кишечно-растворимая, то есть через желудок с его агрессивной соляной кислотой она проходит и растворяется в кишечнике. Одна капсула один раз в день, в идеале пить ее во время завтрака, чтобы вы с утра уже наполнились энергией женьшеня и до самого вечера чувствовали бы себя хорошо. Вот посмотрите, капсула достаточно небольшая, проглотить ее не составит никакого труда, что нам демонстрирует сейчас Оля Мокшина. Ну и, собственно, все, вот на сегодня запас вашей энергии уже у вас. Делайте свой выбор сейчас в пользу натурального, безопасного, природного экстракта красного женьшеня и с омегой-3. Это уникальный продукт. Нигде вы его не встретите и не найдете. Это уникальная формула. Вы получаете 2 банки сразу объемом здесь 180 капсул. То есть это по одной капсуле в день на целый год. Срок годности 2 года. Возьмите для себя и на подарки своим близким и любимым. Только сегодня цена 2499 рублей. При оплате банковской карты будет еще дополнительная 5% скидка и цена 2377 рублей. У нас уже распродается 3000 комплектов за день. У нас этот продукт является бестселлером. И, кстати, еще на сегодняшний день сделано снижение цены на 500 рублей. Такой цены не было никогда и не повторится. Прямо сейчас набирайте наш бесплатный номер телефона. Аналогов не существует. Это особая формула, разработанная для телеканала Shop & Show. Наш доктор Александра Клёнова, которая является не только доктором, она еще является и провизором, знает все о лекарственных препаратах, посоветует и все расскажет. С удовольствием расскажу, Олечка. Итак, давайте посмотрим, почему именно женьшень решили объединить с омегой. Потому что они усиливают действие друг друга. Женьшень стабилизирует уровень сахара в крови, укрепляет иммунитет, дает нам запас жизненной энергии. Омега в это время чистит сосуды, нормализует работу сердца. И вместе именно женьшень и омега нормализуют мозговое кровообращение. То есть служат для профилактики старческой деменции, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона. Каким образом? Бляшки холестериновые из сосудов удаляет омега, а женьшень нормализует кровообращение, чтобы кровь не загустевала, чтобы равномерно сворачивалась, чтобы не образовывались тромбы, чтобы был хороший тонус сосудов. И таким образом получается симбиоз 2 биологически активных компонентов. Кстати, это уникальное сочетание. Я много лет работала в аптеке, и я ни разу не видела, чтобы женьшень сочетался с омегой. Омегу с витаминами могут сочетать, с витамином D, с витамином Е, но не с женьшенем. А женьшень, он и сам по себе уникален, ведь это природный стимулятор. А здесь у нас целые необыкновенные формулы. И, то есть у нас получается в одной капсуле суточная дозировка и норма омега-3, которую необходимо пить всем. Вот у моей мамы, у нее, во-первых, аритмия, у нее повышенный холестерин, и ей доктор сказала, кардиолог, вам нужно пить омегу-3 каждый день, никаких перерывов, без нее никуда, контролировать холестерин. И вы представляете, как же здорово, что здесь помимо еще и холестерина присутствует еще и плюс ко всему южнокорейский красный женьшень. Набирайте наш номер телефона, дозвонитесь, успевайте сделать свой первый заказ. Спешите. И еще, ты знаешь, у меня такой вопрос. Скажи, если назначил доктор, например, какие-то препараты для снижения давления, для кого-то препарат, например, для снижения уровня сахара, как сочетать? Очень просто. Мы пьем капсулу с женьшенем и омегой один раз в день во время еды. Вы обычно пьете препараты либо до еды, либо после. Да. То есть вот до завтрака вы выпили ваш препарат, во время завтрака вы выпили женьшень,
Или, допустим, после завтрака вы выпили еще какие-то препараты, которые пьете регулярно. Не надо высчитывать там время, паузу в 20 минут, в 30 минут, в 10 минут. Просто спокойно во время завтрака выпили. Да, спешите, торопитесь. Это натуральный, безопасный продукт. И мне очень нравится, что здесь все сразу в одном. И женьшень, и омега. Набирайте наш номер телефона и заказывайте сейчас. Ты знаешь, вот давай поговорим про женьшень. Я вот помню, когда вот у дедушки была операция, он останавливался, мама, просто операция, мне тоже все рекомендовали. Вам нужно попить женьшень. Почему именно южнокорейский так ценится? Потому что в отличие от нашего белого женьшеня, в красном южнокорейском женьшене 46 видов сапонинов или гемзинозидов, биологически активных компонентов. Они укрепляют иммунитет, они нейтрализуют канцерогены, они стабилизируют уровень сахара в крови, они дают нам жизненную силу и помогают лучше усваиваться омеги-3 полиненасыщенным жирным кислотам. Потому что очень важно, чтобы хорошо работало пищеварение, чтобы хорошо работало кровообращение, иначе омега просто не усвоится. А омегу-3 получают из сардин и анчоусов. Это рыбы с очень выносливыми такими сердцем и сосудами. Они проходят огромное расстояние во время нереста, буквально десятки тысяч километров. И теперь омега-3, благодаря которой у них сердце и сосуды такие выносливые, попадет и к вам в организм. Вот это то, что нам необходимо. Скажите, у вас были за последнее время скачки давления? Вы ощущали упадок сил? Вам необходим наш продукт омега-3 с красным женьшенем. Вот мы вскрыли одну капсулу, чтобы показать, что внутри. Внутри у нас, видите, омега-3, она такая маслянистая, потому что из мяса рыб получается. Причем в одной капсуле столько же омеги-3, сколько в 150 граммах лосося. Вот попробуйте съесть каждый день по 150 грамм. Да еще и свежего, нереально. Конечно, а какие показания? При пониженном иммунитете, частых простудах, при каких-то аллергиях, особенно летом, которые обостряются, при боли в сердце, для восстановления после операции и травм, при проблемах с памятью и со сном. Ведь именно женьшень в комплексе с омегой помогает предотвратить нарушение мозгового кровообращения. А нарушение мозгового кровообращения – страшная вещь. Последствия могут быть, начиная от болезни Альцгеймера, заканчивая инсультом. Дозванивайтесь прямо сейчас. Годовой запас всего за 2499 рублей. Добавьте коллаген, оплатите банковской картой, получите еще дополнительную 5% скидку и бесплатную доставку.